Приветствуем вас на канале Якибай. Сегодня к нам привезли замок зажигания к мотоциклу Honda Magna VF750 1995 года выпуска. Проблема у владельца в следующем. Он потерял все ключи зажигания к данному мотоциклу. Мы просили его самостоятельно снять замок зажигания. Он его снял и привез к нам, чуть-чуть повредив крепление самого замка зажигания. Далее наши специалисты взяли, разобрали замок, разобрали личинку и по секретам изготовили вот такой вот ключ зажигания. Данный ключик будет подходить ко всем замкам мотоцикла. Сейчас продемонстрируем, как работает ключ замком. Мы вставляем тут всего лишь одно положение. Раз, два. Можно любой стороной. Цикл заводится. Включается зажигание. Этот ключик, еще повторюсь, подойдет ко всем замкам мотоцикла. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания к мотоциклам Honda, либо к мотоциклам другой марки, требуется изготовить дубликат ключа зажигания, отремонтировать ваш ключ, например, если отломалась вся пластик, либо износилось лезвие ключа, либо вы потеряли все ключи зажигания к вашему мотоциклу, то можете обращаться в компанию Akibai. Мы вам поможем.